Уважаемые дамы и господа, мы от всей души приветствуем вас на нашем сегодняшнем концерте, посвященном великой русской орфистке Вере Георгиевне Дуловой. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить искренние слова благодарности ректору Московской консерватории Александру Сергеевичу Соколову, и не только за то, что он уделяет большое внимание нашим арховым мероприятиям, коих было немало за последнее время, но и оказывает прямую поддержку классу арфы. За последние два года мы приобрели три новых инструмента, три новых арфы американской фирмы Lyon & Healy. И буквально вот в эти дни происходит закупка четвертого инструмента. К сожалению, мы немножко не успели, а то она также бы красовалась на сцене сегодня с остальными инструментами. Перед началом нашей концертной программы я хочу вам объявить, что наш концерт транслируется онлайн и ведется видеозапись. В связи с этим я обращаюсь к вам с убедительной просьбой проверить, выключен ли звук на ваших мобильных устройствах. Спасибо. Наш вечер назван «Королева арфы в день рождения Веры Дуловой». Именно так ее довольно часто именовали современники и писали о ней в прессе. Каждое произведение нашей программы, оно не случайно, оно так или иначе связано с событиями из жизни Веры Георгиевны или связано с теми людьми, которые ее окружали, с кем она сотрудничала. И первый номер нашей программы – это результат многолетней дружбы Веры Дуловой и Дмитрия Шостаковича. Они подружились, еще будучи совсем юными, когда им было около 20 лет, и пронесли эту дружбу до самого конца. Первый, как известно, ушел из жизни Дмитрий Дмитриевич в 1975 году. Вера, несмотря на эту дружбу, на эти крепкие дружеские отношения, Дмитрий Шостакович ничего так для арфы и не написал, за что он очень раскаивался перед Верой Георгиевной и неоднократно извинялся. Будучи в эвакуации во время войны, весь Большой театр находился в Куйбышеве, и вместе с ним находился Дмитрий Шостакович. Первый супруг арфистки Александр Батурин был солистом Большого театра, а в то время, во время эвакуации, солистам полагалась отдельная комната, да еще и с инструментом. И так в комнате Дуловой и Батурина находилась фортепиано. Однажды постучался к ним Дмитрий Дмитриевич и сказал, что только что завершил свою новую симфонию и попросил проиграть ее на этом инструменте. Ну, конечно, Вера Георгиевна согласилась и стала участником этого прослушивания. Но не только она, собралось еще несколько людей, и я думаю, что никто из них тогда не осознавал и даже не понимал то, что они находились все при первом прослушивании будущей всемирно известной и легендарной 7-й Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича. Но впоследствии состоялась ее оркестровка и первое исполнение там же в Куйбышеве. На программке Дмитрий Шостакович подписал, на программке, которую он подарил Вере Георгиевне, на долгую вечную память, с надеждой в следующий раз написать для арфы более интересную партию. Но, как я уже сказал, Дмитрий Дмитриевич ничего для арфы соло не написал. Но в те же годы, в годы эвакуации, он сделал одно интересное переложение. Это полька Балакирева для двух арф, которая и откроет наш концерт. И я приглашаю на эту сцену Нину Куприянову и Юлию Комарову.
творческих устремлений Веры Георгиевны, даже, я бы сказал, художественным методом, было тесное взаимодействие с современными ей композиторами. Она всячески старалась расширить репертуар для своего инструмента. И многих она побуждала к этому своей игрой, вдохновляла их, кому-то обращалась непосредственно с персональными просьбами. И благодаря ее такой деятельности арфовый репертуар очень широко расширился и пополнился очень интересными сочинениями. Это с одной стороны. А с другой стороны, во многих творцах она раскрыла способности к арфовому письму, поскольку инструмент специфический, и не каждый композитор может удобно, как говорят арфисты, написать для этого инструмента. Одним из таких открытий стал композитор Валерий Кекта. Сегодня еще не раз прозвучит его имя в нашей программе. Он очень много написал для арфы, обогатив репертуар для этого инструмента. Ну а Вера Дулова была первой исполнительницей ряда его сочинений. И вот одно из таких сочинений продолжает нашу программу. Валерий Кекта, соната номер 2 для арфы соло «Былинные звукоряды», исполняет Ашхен Геворкян.
ожиданием следующего сочинения нашей программы, как и многих других опусов этого композитора, мы также обязаны Вере Георгиевне. Он был в числе тех, кто с ней сотрудничал и писал музыку для арфы. Практически все свои сочинения этот композитор посвятил Вере Георгиевне. Но среди них есть и некоторые исключения. Это сочинение он посвятил ученице Дуловой и первому ассистенту ее в консерватории Наталье Шамеевой. Ну, а выстраивая, так сказать, связь времен, исполнит это сочинение сегодня ученица Натальи Шамеевой. Итак, Александр Балтин. Вариации для арфы соло. Исполняет Марина Чудакова. Thank you.
Сегодня мы говорим не только о Вере Георгиевне, но и людях, окружавших ее. И некоторые номера нашей программы непосредственно посвящены конкретным персонам. В начале концерта я уже обмолвился о супруге арфистки, о блестящем певце и солисте Большого театра Александре Иосифовиче Батурине. Это был поистине выдающийся музыкант, исполнивший огромное количество заглавных ролей в Большом театре. Он был профессором консерватории. И одна из его блестящих ролей на сцене – это партия Мефистофеля из оперы «Гуно Фауст». Настолько она была блистательно им исполнена, что художник Соколов даже нарисовал два портрета Батурина в образе Мефистофеля. И эти картины входили в состав личной коллекции Дулова и Батурина, ныне хранящейся в Третьяковской галерее. И следующий номер нашей программы – это дань памяти великому певцу. Шарль Гуно, ария Мефистофеля из второго акта оперы «Фауст. Люди гибнут за металл». Исполняют Сергей Севастьянов – бас и Иван Кощеев – партия фортепиано. Вера Георгиевна на протяжении своего творческого пути сотрудничала не только с отечественными композиторами, но также и с зарубежными. И свидетельством такого взаимотворчества станет следующий номер нашей программы. Это музыка израильского композитора Ами Маяни.
Макама в переводе означает сеанс или собеседование, в переводе с арабского. Ну а по своему содержанию это жанр арабской литературы, повествующий о деяниях талантливых мошенников. Такие тоже, оказывается, бывали. Итак, Ами-Маяни, Макама для арфы соло, исполняет Ирина Афанасьева.
Вера Дулова на протяжении 5 десятилетий являлась истинным украшением Большого театра. Она исполнила огромное количество сольных партий в этом театре, и многие из ее коллег оставили прекрасные отзывы и воспоминания о совместной работе с ней. А Майя Плисецкая и вовсе признавалась, насколько ей легко и удобно выходить под арфовые соло, исполняемые Дуловой. И, конечно, при построении программы нашего сегодняшнего концерта мы не могли обойти стороной эту сферу ее деятельности. И я бы хотел немного рассказать об истории создания номера, который сейчас прозвучит. Как известно, Московская консерватория сотрудничает со многими организациями, и одна из них – это фонд «Ренессанс Францез», фонд французского возрождения. Ежегодно этот фонд или в Москве, или в Париже проводит церемонию награждения специальных премий деятелям культуры и искусства, которые так или иначе связаны с Францией. И в 2019 году такая церемония проходила в Москве. Специально для этой церемонии композитор Валерий Кекта сделал транскрипцию отрывка из балета Чайковского «Лебединое озеро». Но тогда эта церемония проходила в таком достаточно закрытом формате, то сегодня это сочинение, эта транскрипция впервые прозвучит на сцене. Итак, Петр Чайковский, «Подаксьон» из балета «Лебединое озеро». Транскрипция для арфы и струнного квартета Валерия Кекты. Исполняет струнный квартет студентов Московской консерватории класса доцента Анны Янчишиной в составе Софья Девуцкая – первая скрипка, Полина Галуза – вторая скрипка, Маргарита Пичушкина – альт, Евгения Беляева – виолончель, Мария Федорова – арфа.
Композитор, чья музыка откроет второе деление нашего концерта, обладал такой очень достаточно трагической судьбой. В 30-е годы, сложный период для нашей страны, по идеологическим соображениям он был подвержен репрессиям. Более того, он много-много лет не исполнялся, его произведения не звучали в концертных залах и не издавались в нашей стране, потому что его стиль не вписывался в эстетику соцреализма, который проповедовало государство в нашей стране. Когда он вновь вернулся на свободу, то, конечно, после пережитого возвращаться к творчеству было непросто. И один из первых, кто его поддержал, была Вера Дулова. Фактически она своим творчеством, своей дружбой, они вместе учились в консерватории в одно время, она вернула его к творческой деятельности, и для нее он написал несколько сочинений. А кроме того, написал и даже дуэты для голоса и арфы, для баса и арфы, потому что сотрудничал и дружил с Александром Батуриным в том числе. И вот одно из таких сочинений, которая возродила композитора к творческой деятельности, но, к сожалению, отчасти, к сожалению, не в том стиле, в котором он творил ранее, это сочинение открывает второе деление нашего концерта. Александр Масалов. Танцевальная сюита для арфы соло в 6 частях. Минуэт, гавот, вальс, полька, галоп, концертный вальс. Все 6 частей прозвучат без перерыва. Исполняет Нина Куприянова.
Как я уже сегодня неоднократно говорил, Вера Георгиевна тесно сотрудничала с композиторами с целью расширения арфового репертуара. Но помимо этого, она и сама выступала композитором и аранжировщиком. Ее перу принадлежат несколько переложений для арфы. Сегодня они широко исполняются, входят в обязательные произведения всевозможных конкурсов и в репертуар многих-многих арфистов. И одно из таких сочинений продолжит нашу программу. Сергей Прокофьев, «Утренняя серенада» из балета «Ромео и Джульетта». Транскрипция для арфы соло Веры Дуловой. Исполняет Ника Рябчиненко.
О следующем сочинении Вера Георгиевна в своей книге оставила такие воспоминания. Однажды при встрече с композитором Сергеем Прокофьевым она его спросила, почему он не пишет для арфы, для ее излюбленного инструмента. На что он ей ответил: написал один прелюд, и то в ду-мажоре, с которым арфисты и так справиться не могут. А сказал он это потому, что существует несколько редакций исполнения арпеджио в этом сочинении. Но, как бы там ни было, это сочинение крепко вошло в репертуар арфистов и часто исполнялось в классе Веры Георгиевны. Итак, Сергей Прокофьев, прелюд до-мажор для арфы соло, исполняет Елизавета Мерная. Сейчас в нашей программе еще один камерный ансамбль с арфой. Исаак Альбенис, «Малагуэнья» для контрабаса и арфы. Исполняют Павел Степин, контрабас, и Елизавета Мирная, арфа.
Возвращаясь к разговору о сотрудничестве Веры Георгиевны с композиторами, это стало такой лейтемой нашего вечера, я хочу сказать, что она не только их воодушевляла и побуждала к созданию роковых опусов, но зачастую и сама консультировала их, оказывая огромную поддержку при написании роковых сочинений. Что удобно исполнять, что не очень удобно, что вообще исполнимо на инструменте, а что нет. И в сотрудничестве с Арамом Хачатуряном над созданием его сюиты для арфы она даже изобрела новый исполнительский прием, до того неизвестный, под названием дойра, имитирующий звучание восточного барабана. И в продолжение нашей программы Арам Хачатурян, восточный танец и токката для арфы соло, исполняет Мария Бубнова.
Когда мы готовились к этому концерту, то абсолютно случайно обнаружили одно замечательное произведение, запись этого произведения. А позднее были найдены и ноты. На этой записи это сочинение исполняет Вадим Борисовский, первый супруг Веры Георгиевны, и Иван Семенович Козловский, ее близкий друг. И, конечно, мы никак не могли не включить это сочинение в нашу сегодняшнюю концертную программу. Ведь это два блестящих музыканта, которые входили в окружение Веры Георгиевны. И следующим номером мы хотим отдать дань этим двум людям, окружавшим ее. Итак, Матвей Сахаров, «Я вас любил» на стихи Александра Пушкина. Исполняет Иван Агафонов, альт, Евгений Сергеев, фортепиано, поет солист ГТРК «Культура», тенор Юрий Ростоцкий. Thank you.
На наших концертах 27 января, которые мы проводим ежегодно, уже традицией стало финальный номер, стало исполнение такого большого грандиозного ансамбля силами учеников Веры Георгиевны, выпускников ее класса. И сегодня, естественно, наш концерт не станет исключением. Финал, как вы видите, будет таким же грандиозным. Прозвучит музыка Валерия Кикты, акафист Вере Дуловой. Акафист в церковной православной традиции – это гимнические песнопения, хвалебные, восхваляющие Святой Дух, Ангела, Бога или Богородицу. Я думаю, что для композиторов и для тех людей, которые сотрудничали с Верой Георгиевной, она была королевой арфы, для своих учеников она продолжает оставаться ангелом-хранителем, а для русской арфовой школы, да и вообще для русской музыкальной культуры, она действительно была святой. Итак, Валерий Кикта, акафист Вере Дуловой для шести арф и ударных. Ударные: Мария Захаркина, Александр Ситюк, Виктория Харченко. Арфы: ученики разных лет Веры Георгиевны: Наталья Шамиева, Светлана Парамонова, Ника Репчиненко, Елена Ильинская, Олеся Худолей, Мария Федорова.
Thank you.
На сцене ученики Веры Георгиевны разных лет. Наталья Шамиева. Светлана Парамонова. Ника Рябчиненко. Елена Ильинская. Олеся Худолей. И Мария Федорова. Ударные Мария Захаркина, Александр Ситюк и Виктория Фарченко. Дирижер Владимир Красов.